сегодня, как вы поняли по названию, я снимаю мой день по часам. Это, по сути, то же самое, что влог, наверное, только более детально. Начинается мой день в идеале с того, что Евик остается спать, а у меня есть свой час, ну или хотя бы 40 минут. Помните с новогодних влогов, когда я впервые заказала Пало Санто, вот с тех пор я жгу его почти каждый день. Вот эта палочка, кстати, уходит где-то дня за 4, блин. Все руки черные теперь. Здравствуйте. Я обычно вот так оставляю палочку, чтобы она тлела. И первым же делом, еще просыпаясь на ходу, я раскатываю коврик. И вот уже какой месяц подряд, если Ева мне позволяет это сделать с утра, я делаю комплекс йоговский Сурья Намаскар. Наверное, многие слышали о нем. Это приветствие солнцу. Как раз у нас сейчас все раньше-раньше светает. Это вообще самый такой вдохновляющий период, когда весна, все просыпается с каждым днем, рассвет все раньше-раньше, и ты уже не вытаскиваешь себя из кровати, а в принципе просыпаешься по какому-то внутреннему отклику, просто тебя будет солнце. Вот это, как мне кажется, надо прокомментировать, чтобы вы не подумали, что я сошла с ума или у меня судороги. В общем, это упражнение «Тараканчик», которое невероятно заряжает энергией, потому что вы в прямом смысле сотрясаете все в вашем теле. В идеале трясти даже головой и издавать те звуки, которые идут сами по себе, не сдерживаться. Спустя 2 минуты тряски резко бросить тело так, как оно ляжет само, и не двигаться. Просто попробуйте, и вы сами все поймете. Также в мой утренний ритуал входит заполнение дневника благодарностей и установка на предстоящий день. Душ, уход за телом и кожей лица. Доброе утро. Ты выспалась? Так, сейчас у нас время каши. У меня все в зависимости от времени. Если время позволяет, я делаю киноа, потому что она дольше всего делается. Если времени меньше, я делаю гречку, потому что она делается 15 минут, и ты можешь идти заниматься своими делами. Если времени еще меньше, буквально 5 минут, я делаю овсянку. А если вообще времени нет, и нужно очень быстро позавтракать, то я завариваю хлопья зеленой гречки, они очень классные. Я даже удивлена, что там за 2 минуты, по сути, готова каша, и там все там микроэлементы, все сохранено. Она как-то очень безопасно, без потери вкуса обработана. Я бы даже не сказала, что это обработано, а просто, знаете, сплющено. И очень быстро можно развести кипяточком, налить любимого молока, я добавляю кокосовое, либо овсяное, добавить какую-нибудь пасту, и вот тебе готова тоже каша. Но так как все практически каши я вам показывала, кроме киноа, сегодня будем делать киноа. Моя мерная кружечка для круп, она очень хорошо разваривается, поэтому я всего полкружки делаю, и в 2,5 раза больше кипятка, чем крупы, и потом в процессе варки очень удобно можно добавлять. Смотрите, какая она красивая, но она так сильно разварится, и у нее образуются, знаете, такие колечки, как будто кольца Сатурна. Очень красиво будет. Ждем, пока вода закипит, накрываем крышкой и готовим до мягкости крупы.
Вот видите, как она разварилась, прям такие колечки образовались. Она, конечно, сейчас пресноватая, для вкуса мы добавляем чаще всего вот такую пасту. Это самая, наверное, вкусная арахисовая паста. Она хрустящая, с кусочками арахиса. Для сладости можно добавить какой-нибудь сиропчик. Каждый день в 9 утра к нам приходит моя мама, остается с Евочкой и дает нам с Денисом возможность поработать. Они гуляют, играют, и уже как полгода Ева спокойно засыпает с бабушкой. Я в это время иду в кофейню, обязательно заказываю кофе и занимаюсь делами по списку. Я надеюсь, вы заметили мою большую активность и отдачу на канале. Давайте вместе скажем спасибо моей маме за это. Монтирую, пишу сценарии, планирую и обсуждаю предстоящие проекты. Сейчас еще добавилось немало работы по квартире и ее дизайну. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там я почаще об этом рассказываю. Я проснулась, всем привет. У нас времени 2 часа дня. Это значит, что пора готовить обед. У меня с едой на самом деле простые отношения. Я не люблю и не умею готовить то, что сложно, долго. В идеале, чтобы приготовление обеда, умничка, у меня занимало минут 5-10. Как раз сегодня мы с Евой будем экспериментировать и пробовать вот такой вариант готового, ну практически готового обеда либо ужина. Это такой спецпроект от Bonduel и Elementary, который так и называется. 5 минут. И, собственно, вот в этом пакете, представляете, уже все готово для того, чтобы вы приготовили себе обед или ужин за 5 минут. В общем, сегодня у нас на обед сабджи с кокосовым тхалом. Попахивает немножко Индией. Когда мы были в Индии, мы постоянно брали сабджи. Сабджи — это овощи, по сути. Но здесь не только овощи, давайте вскрывать. Вот как человек любит семена льна. Доставай, что тут есть. Ага, это как раз-таки пита. Это такая лепешка арабская. Соус чатни. Соль. Смесь специй манго карри. Это кешью. По-моему, это кокосовое молоко. Да. И чечевица. Чечевица. Еще раз. Чечевица. Просто на бис надо. Тём. Тём, это что это? Тут написано, Ева. Видишь буковки? Буковки. Смесь специй. Специй. А также чеснок отдельно. В общем, сейчас мы все это будем готовить. Кстати, тут еще прилагались такие прикольные наклейки. Ева мне уже татушку сделала. Готовить очень легко, я просто следую рецепту шаг за шагом и по возможности привлекаю Еву к каждому этапу. Что тебе хочется попробовать? Пицца! Это почти пицца, да? Это лепешка? Лепешка. Лепешка. Конечно, лепешка вкуснее всего. Такой соус обалденный. Я все время почему ленюсь делать соусы, потому что нужно замешивать всякие специи, чтобы было вкусно. Кокосовое молоко. И вот когда у меня есть время, и прям очень сильно хочется, я этим занимаюсь. Но удобно, что здесь уже все скомпоновано, тебе просто нужно вылить. А еще больше уникальных блюд 5 минуток от Bonduel можно найти на сайте Elementary по ссылке в описании и заказать их со скидкой 10% по моему промокоду ПОСНОВА. Ева, вкусно? Да. Пока поели, поиграли, домашними делами позанимались, пора собираться. Идем сегодня с вами на растяжку. Итак, 5 часов вечера. Бежим на тренировочку. Я сейчас безуспешно пыталась найти место, типа какой-нибудь двор, чтобы сесть на лавочку и с вами поговорить. Знаете, в мое время, в мое детство, каждый двор был открытым, это сейчас все
понастроили заборы. Я встала на какой-то магазин, точнее поставила штатив. Хотела вообще остановиться на 10 минут, немножко с вами поговорить. На самом деле вот эта тематика видео, день по часам, очень наглядно демонстрирует то, какую роль играет планирование в нашей жизни. Потому что примерно так действительно у меня выглядит каждый день. И кому-то может показаться, что это слишком суетливо, типа слишком много каких-то элементов за день. Но после рождения Евы, наверное, вот спустя полгода, когда, знаете, там первые полгода это такой адаптационный вообще период, ты понимаешь, что все равно так продолжаться не может, ты хочешь уделять время себе. И тут на помощь приходит как раз-таки планирование и понимание того, какие сферы жизни тебе, в принципе, нужны, что у тебя стоит в приоритете. Исходя из этого приоритета, ты составляешь чуть ли не меню свое на неделю, а то и месяц вперед. Например, для меня было важно, чтобы у меня было время, где я только одна. Время для моего блога, то есть это прям вот плотненькая такая работа часа 3-4 в день точно. Это, разумеется, время с семьей, не просто время, а качественное время с семьей, то есть когда ты всецело с головой можешь погрузиться в ребенка, в быт, в дом, в мужа и, конечно же, спорт, то есть какая-то активность. Вот эти вот элементы, они всегда должны быть. То есть если что-то на протяжении длительного времени выпадает, то образовывается, так скажем, дыра, и тебе обязательно нужно будет ее залатать, то есть начинается уже такой дисбаланс. А, и самая главная мысль-то, которую я хотела донести, это то, что после рождения Евы, как ни странно, я стала успевать больше и, в принципе, стала продуктивнее. Но, как я слышу, это тема многих, то есть многие просто начинают впервые задумываться о своем тайм-менеджменте, впервые начинают планировать. Я сегодня один, совсем один. Идем гулять. Допоздна. Ты юный натуралист. И сама съела. Какие милые. Ева, скажи, мило. Мило. Носик. Пойдем зубки чистить и спать. Паста. Паста? Где твоя паста? Мамина. Евина паста. Чуть-чуть. И маме пасту.
Только сплевывай, ладно? Молодец. Это маме, подожди. А это Еве. Вот Еве. Мою ручки. Мунечка. Горячо? Да. Тепленькая. Ева маленький бэйби-бьюти-блогер. Скоро Еве будут на обзор присылать детскую косметику. Смотрите, пришла. Вау, прям под влог. Ева, правда, мы уже почистили зубы. Ева, твоя новая зубная щетка. Вот такой пингвин. Сейчас открою. Открою. Щетка. Только ее надо помыть сначала. Подожди, надо сначала помыть. Вот такой пингвин. Ее удобно держать будет. Пингвин. Удобно? Маленькая, да? Скажи, хорошенькая. Ты хочешь с ним пойти спать? Yes, yes. Yes, yes. Да? Ну, пойдем с ним спать. Покрутись, колбаска. Вправо. Влево. 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 Давай, прыгай. Пики. Давай, Мишечка. Прыг, прыг. Бух, упали. А спать хочешь? Песенку. Ну, ты слушаешь не песенку, а мантру. Мантру. Мантру перед сном. Тебе нравится мантра? Да. А будем зажигать огонь? И папа любит. Ева любит. И Ева любит. Спать. 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 Мантру включаю? Мантру. Капкан.